скумбрия по-скандинавски. Заливаем холодной водой, добавляем соль и оставляем вариться. Смешиваю жирную сметану, зерновую горчицу, 2 чайных ложки хрена, свежего укропа, лимон и цедра. И хорошенько все размешать. И слегка разбавим водой до более жидкой консистенции. Заходим под плавник и идем вдоль хребта. И теперь эти филе я нарезаю на порционные кусочки. Я слегка присаливаю рыбу, присыпаю ее черным молотом и красным сладким перцем. Обжариваем по 3-4 минутки. Красивая рыбка. Кусочек сливочного масла, капельку свежего укропа и размешись. Картошку на тарелку и рядом нашу рыбку в соусе из сметаны, хрена, горчицы и укропа.